Хорошо, солнышко. Спокойной ночи. Папочка! Карли! Где кокс? Где кокаин? Прошу, послушай меня. Ты ошибся дома. Нет, я пришел по адресу. Не делай этого, прошу. Прости. Папочка! Вам стоит взглянуть на это. Целый район находится в шоке после того, как домовладелец и отец Мартин Паркер... Где он? Мое лицо во всех новостях. Ты где, черт возьми? Я прикован к гребаной кровати. Вытащи меня немедленно. У нас проблема. Дом сбежал из-под стражи. Они не знают, где он. А Карли? Ее отвезли в безопасное место. Не бойся. Меня зовут Чарльз. Мистер Бишоп, это Чарльз Купер, Мартин Паркер, настоящее имя Томас Маккензи, бывший агент ФБР. Какие сроки? Сжатые. Тогда двойная ставка. Ищу девочку, которую привезли сюда. Кто он? Использует имя Бишоп. В досье указано, что он боевик. Томас, ты не знаешь, кто я? Готов? Поехали. Но знаешь, что я? Мистер Купер очень щедро мне заплатил, чтобы я вернул ему тебя в гробу. Оружие! В спальне! Привет, Томас. Когда я тебя убью, знаешь, кто будет следующим? Мне нужна карта. Весьма живописно. Папочка, что у тебя с лицом? Ничего, дорогая.